Чуть больше месяца осталось до выборов 17 апреля. Петрозаводчане, которые претендуют на депутатские мандаты, выходят на финишную прямую. Собирать подписи в поддержку кандидатов можно по-разному. К примеру, в круглосуточно торгующем магазине на Октябрьском проспекте можно, естественно, круглосуточно не только купить бутылку, закуску и пачку сигарет, но и оставить свою подпись в поддержку Павла Курицына и Ларисы Злобиной. Простите, пожалуйста, а что вы пришли купить? Я шел, заглянул случайно, думаю, посмотреть, там, может быть, есть какие-нибудь выпивки или вино какое-нибудь хорошее. Вероятно, тут я знал, что есть. А тут такая удача. Павел Курицын собирается стать председателем карельского парламента. Лариса Злобина – мэром Петрозаводска. Увы, не все подписи, оставленные в магазине, снабжены паспортными данными. Кто же знал, что понадобится с собой документ? Здесь очень большое посещение, поэтому люди так ненавязчивы. Может, и хотят где-то предвыборно написать, оставить свои данные, но негде. У нас есть возможность к этому. А скидки вы не делаете покупателям, которые подписывают? Пока насчет этого разговора не было.